сегодня позитив при позитив? Нет. Нет? Как это нет? Ну, что за денек? Не вмешивайся. Извините. Рассказывай. Я лето сегодня, ну, вот это, я скажи, как называется. В моду снику на танцы. И ты довольна? И у меня место. Тогда говори. Мама, а ты куда ведешь свою дочь? Кира сегодня идет на танцы. Это вот для нас очень знаменательный день, потому что Кира очень хотела на танцы. Наконец-то мы нашли на это время. А я сейчас зайду в это помещение впервые спустя, наверное, сколько лет? Сколько мне было? 6 лет? Ну, спустя, короче... 7, когда ты перестала ходить, да? Да. Так, лет это 8, мне сейчас 20, то есть спустя, короче, приблизительно 12 лет я зайду туда на танцы, где ходила. И теперь Кира там будет ходить на танцы, да? Да. Теперь Кира будет ходить там на танцы. Она очень волнуется. Почему она всем говорит не вмешиваться? И вы тоже, пожалуйста, не вмешивайтесь пока. Потому что она очень волнуется всегда первый раз. Да, лучше не смотреть. И с ней нельзя ни разговаривать, ни вмешиваться ни во что. В общем, нельзя. И поэтому она всегда взволнована в эти моменты. Нам приходится молчать и не вмешиваться. Мне, к примеру, вот так надо. Ну что? Что-то у тебя рот не закрывает. Ира. Ира. Ты что, во дворе модусники? Да. Вот вон там написано модусника. Да, да, там. Кира? А ну-ка посмотри в камеру, скажи ребятам свое впечатление про дворик здесь. Нет. Нет, не скажешь? Да, да. Да, сюда. Этот запах пота. Поднимайся. Я помню, это лестница. Понравилась преподавательница? Мама моя. Она не такая накрашенная, как мама моя. Это большая проблема, оказывается. Может, ей еще так не нужно сильно крашиться. Ну что, как ты думаешь? Давай. Как твои вообще впечатления? Вот первое, ты ее увидела, она тебе понравилась? Да. Да? Ты думаешь, вы сработаетесь хорошенько, да? Да, я тоже так почему-то думаю. Ну ладно, мы тут будем переодевать Киру, поэтому не будем это уже снимать, да? Что там? Ты увидела свою группу? Иди сюда, расскажи. Их много? Кир. Кир, там много или мало девочек? Сколько? Все взяла правую ручку. Вероника, а это правая ручка. Карина, а где правая ручка?
Угу. Ліву ручку на пояс. Подивилися усі на мене. Носики підняли. Посміхнулися. Кроком руш до залу. А ми тут Кіру ожидаємо. Хорошо. Хорошо? Кіра? Все было абсолютно хорошо. Абсолютно хорошо, да? Абсолютно хорошо? Да. Тебе понравилось все? Какие-то словечки. Абсолютно. Ой. Ну, вперед. Мы можем? Вперед. Вперед. Спасибо. Кира. Ну, так, Кира, можно попробовать? Так, а что хорошо было? На шпагат садились или нет? Нет. Здесь я на кухне садилась. Не садились на коврик тоже? Не садились. Садились? Ну, попку не делали. Кого не делали? Попку. Ну, я не услышала. А, Макдональдс не работает. Кого вы не делали? Я не услышала. Попку не делали еще. Кого не делали? Попку? Попку? А как это попку? Ну, попку. Я мне говорила, можно взять. Кого? Ира, это позу твоя лотоса. Попка. Говорила лотоса. Ну, попка, ты мне говорила, как садиться на попу? Ну, садиться на попу, но не попку, а поза лотоса. Слушай, а на коврике что делали? Маму? Метелики? А ну подожди, я сейчас буду светить метелики на тебя, а то тебя не сильно видно. А ну. Куда ты пошла? Куда ты пошла, Здесь есть. Не надо. Там очень хорошая преподавательница. Преподавательница. Ну да. И она с вот этими местами... Те, которые новенькие, нормально разговаривают, когда ты дуреешь, либо что-то еще. А если ты... Если не дуреешь, то она, в общем-то, не делает замечаний, ну, да? Ну, когда ты новенький, она тебе легонечко. Кила, я все плачу. А если ты не новый, а старый... Я все бачу! Ничего себе! Прям есть... таким голосом? Ну, не таким. Я таким голосом размовляла. Я все бачу, она говорит. А мне, я все бачу, Кила. Ничего себе. Ну, тебе понравилось? Да. Да? Скажи ребятам тогда всем... Спасибо всем за спасибо за просмотр. Вы на канале Бэйдея Кио Позитив. Нажимайте лайки. И внизу классная кнопка подписаться. Еще и не забудьте на галочку нажать. И еще в Инстаграм зайти. И еще на колокольчик. Да, ребята, видите? Колокольчик и галочка. Галочка еще есть? Я просто не знала. Ребята, у Киры же появился свой Инстаграм, в котором у нее периодически выходят новые красивые фотографии. Так что, ну, если у кого-то есть Инстаграм, подписывайтесь обязательно. И ссылочка будет на канале. Да, всем пока! Вы на канале Бэйдея Кио Позитив. И всем пока!